Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами устройство Asus Zenfone 8. И сейчас я вам покажу, как на этом устройстве изменить язык клавиатуры. Итак, вначале открываем шторку быстрого доступа дважды и нажимаем на шестереночку для того, чтобы перейти быстро в приложение настройки. После чего спускаемся вниз и выбираем пункт «Система». Затем нажимаем на кнопку «Язык и ввод», нажимаем на кнопочку «Экранная клавиатура» и выбираем «Gboard». Отлично. Теперь выбираем вкладку «Языки» и видим, какие у нас сейчас есть языки. У меня сейчас есть русская клавиатура и польская клавиатура. Давайте удалим польскую и добавим английскую. Для удаления польской в правом верхнем углу нажимаем на карандашик, нажимаем на польское и нажимаем на корзину. Все, теперь у нас только русская раскладка клавиатуры. Нажимаем «Добавить клавиатуру», выбираем английскую, выбираем регион, США, например. Теперь выбираем раскладку, имею в виду именно вид клавиатуры, то есть QWERTY, QWERTZ, AZERTY, Dvorak, Colmac, либо же вообще PC-версия. Вообще с азбуком Морзе, даже так. Затем нажимаем «Готово», то есть я выбираю обычную QWERTY. И все, теперь у меня будет две клавиатуры. Давайте посмотрим. Русская и английская. Что ж, на этом, пожалуй, все. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до скорых встреч. До свидания.